Церемония награждения сотрудников внутренних дел началась с возложения цветов к вечному огню. И это не случайно. В далеком 1941 году здесь состоялись тяжелые оборонительные бои, в которых мужество и стойкость проявили в том числе и представители правоохранительных органов. Государственные награды и погоны на священной земле получили более 100 сотрудников МВД. Прежде всего, это правоохранители Брестской области. За их плечами немало лет службы. За каждым успехом колоссальный труд. И такое предновогоднее чествование сотрудников имеет важное значение для истории. Ведь каждому милиционеру приятно услышать о значимости его труда. Товарищ губернатор, подполковник милиции Рахатов на награждение прибыл. Подполковник милиции Марченко Максиму Леонтьевичу. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков отметил, что вручение наград является высокой оценкой труда не только отдельного сотрудника милиции, но и всего коллектива. Так, 18 правоохранителям Беларуси присвоено звание полковник. Как правило, эту церемонию организуют в музее Великой Отечественной войны в Минске. Но этот раз впервые в истории милиции погоны полковника вручили в Брестской крепости. Сегодня в строю сотрудники милиции, которые получили государственные награды, в первую очередь за отличие в охране общественного порядка. Сотрудники, которые отличились при несении службы, им были вручены государственные награды. Я хочу сказать, что как и тогда, так и сегодня сотрудники Брестщины несут службу в непростых условиях. Те задачи, которые ставятся перед нашими милиционерами, они с честью выполняются. И уверен, что так будет всегда. Тем более, что Брестская земля – это особая земля, это святая земля. И здесь никогда не было предателей. И что бы ни происходило, как бы ни было тяжело, сотрудники милиции всегда выполняли свой долг до конца. Среди удостоенных наград старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Барановичевского ГУВД Егор Левчук. Правоохранитель признался, что испытывает гордость за себя и своих коллег, которые стоят на страже закона. Я являюсь старшим участковым инспектором по делам несовершеннолетних. И основной задачей, принципом моей работы является воспитание нашего подрастающего поколения, которое в первую очередь немного подзабыло, наверное, свою историю, оступается в своих действиях и поступках. Как бы основной задачей, принципом при работе с несовершеннолетними является воспитание в первую очередь патриотов и настоящих защитников нашего государства. Здесь, на территории Брестской крепости, происходит торжественный ритуал вручения государственных наград мне и моим коллегам, которые непосредственно смогли отстоять наш суверенитет, нашу независимость и целостность нашего государства. Сегодня находимся в таком знаковом месте по одной причине, потому что получаем государственную награду совместно с коллегами за отличие в обеспечении безопасности охраны общественного порядка. Очень приятно то, что получил награду, то, что отметили, тем более это моя первая награда за 6 лет службы в органах внутренних дел. Хорошее настроение, коллег тоже хочется всех поздравить с этим событием, знаковое событие для коллег. Ну и для страны, в общем, будем дальше обеспечивать охрану общественного порядка и стоять на страже нашей страны. С получением наград сотрудников милиции поздравил и глава Брестской области Юрий Шулейко. Поздравляю вас с наградами. Я надеюсь, как руководитель области, с вашим коллективом, с нашим управлением мы выполним те задачи, которые ставит глава государства, министр внутренних дел. Это честь наша. Товарищи офицеры, с праздником вас, с достойными наградами за вашу службу. Церемонии вручения государственных наград проведут во всех регионах республики. На очереди Гомельская и Могилевская области.